Ферма. Дополнение к предыдущему видео в моем сервере. Арена 1x1 к 2x2 это арена на кастомных карт. Основная идея это добавить в обычные пострелушки тактические решения. Режим флат это обычно комнат, где ты ставишь стенки и пушишь. Но помимо всего этого, есть еще один режим, а именно спам. На спамне происходят странные вещи. Всем приятного просмотра. Лайк, подписка, колокольчик, лайк! Ставим 1 000 000 компостеров и живем. Но, Коль, давай где-то ближе к вечеру. Да, давай, давай. Потому давай, что окей. Сейчас пока арбалет, сейчас фармить прям вообще сама сказка. Опять одного убил. Мне вот интересно, вот мой сосед, что можно сверлить раз в неделю? Именно в четверг, да? Да вообще, что можно сверлить раз в неделю? Я не знаю, у него там все дырку каждый день новую сверлит. Давай их убьем, чувак, давай их убьем, а слышишь, эй? Бандит, давай их убьем. Хангри, привет! Хангри, на меня тиммейт, депнется. Они определенно хотят, чтобы их убили. Давай, соберись. Давай! Уйди! Одного убил, уработал. Давайте, работаем дружненько. Иди сюда, ты до кого показал, эй? Давай сюда! Все, красавчик, хоптер ваш забирайся, я ухожу. Для того, чтобы построить ферму из компостеров, нужно много брезентов. Для этого я поставил возле RTS от Home, чтобы фармить компоненты. О, ты вовремя. Дай мне еще металл, точнее дерево и камень трейдом. Я шарик залутал, песком поставлю, сертешек много и один камп рядом. О, я нашел этот. Турель и аккумулятор переносной. Нет смысла, короче, лутать дорогу, я ртшки быстрее полутаю. Кра поменьше, конечно, но все же. Хотя 26 микросхем. Так, берданка изучена. Что у меня еще в карточках есть? Ежедневный кейс, открыть компоненты. Нормально. Я играю на сервере Fury Rust номер 4. Меня часто спрашивают по поводу нововведений на сервере. Вы можете найти всю информацию в группе Fury Rust ВКонтакте. Ссылка будет в описании к видео. Ну а мы продолжаем. Не хочешь ко мне прилететь? У меня где-то здесь враг. Да, ломал хит, я красный, он внизу. Дал ему хит. Почему я смеюсь? Ну, наверное, потому что я идиот, но еще не поэтому. Это Навердай, друг моего тиммейта. С ним мы познакомимся во втором видео. Ложку с лепешкой. Ложка с лепешкой. А, подожди, ты что?
Нет, не уйду. Доктор Хазелит. Ну, я тогда уйду. А кто это разговаривает? Ты? Нет. Подожди. Смотри, авторизовывайся в дверь, короче, пароль 4 однёрки. Давай, сейчас. Сработает. До авторизации более двух человек запрещена. Ты меня обманул. А, ну значит не судьба, слушай, значит не судьба. А у тебя возле дома доктор Вазелин, это как доктор? Твой? Нет. А чей это доктор? Доктор Вазелин такой, чернокожий мужчина. Он с топором. Смотрите, что он опасный. Он сейчас вас убьет. Так, ну давай там тебе успехов. Камни не трожь, они наши. Привет. Привет. А ты что тут делаешь? Ты посмотришь? Кормишь? Осторожно, здесь серые волки водятся. Был бы идеальный момент тебя киркой забить, да не буду. Не понял, ты меня хочешь киркой забить? Не, давай поговорим. Был бы момент. Если хочешь постреляться, то давай, дай мне только лук. Ты меня вызываешь на дуэль? Подожди, сейчас. Ой, сори. Сейчас я лук возьму. Предлагаю на мачетах. Я голый, раздевайся. Готов? Ну, давай. Да. Таких не прощаем. Давай убивай. Я выиграл дуэль. Я получил 7 в скаде. Или сколько там, сейчас не посмотрел. А, ты как? Я тоже. Тут отбитые живут. Он воевать хочет? А, нет, не воевать. Все нормально, не переживаем. Валя, бери меня с твоего друга. А че он хочет? Так, идите. Я бездомный, у меня нет дома. А у меня Серёга хочет убить. Да? Да. Кто беру? Да. Я тут с другим общался. Я с ним разговаривал, он руки берет его, и начинает. Но это война, у меня есть план. Привет, друг, ты как там? Ты молчишь. А знаешь, что это значит? Эй, давай. Легунда, походу, сделал, что он не работает. Мысли? У тебя это прикол? Привет, зеленый. Может, потому что калаш в ней? Ну, да, что блок, да. Так, Реви куплен, там еще буры надо купить, да? У нас маловато их. Два буры еще куплен. Что-то постреливалось для меня, непонятно. Работай, да, ты прав. Ох, Легунда. Привет! А ты знаешь, что твой друг пытался нас обмануть? Как? Он сначала втерся в доверие, а потом достал Йоку из штанов. И что? Ну, за это вообще знаешь, что делают? Как ты думаешь, что за это делают? Ты что молчишь? Так, я нашел тарп, тут у нас немного есть. Ну чё? Ничего. Надо в мирный город, бандитский город. У тебя сон там есть? Да, полетела туда, сейчас бандитский город. Надо провести математические расчеты, чтобы рассчитать, сколько у нас уйдет на это времени. Сколько с одного огурца падает компоста? С 5 огурцов падает один компост. С 5 огурцов один компост, окей. Не будем пользоваться гуглом.
Будем думать своей головой. 5 огурцов, 1 компост. 1 компост — это 5 скрапа. 2 компоста, 3 скрапа. Блять. Так, все, можете пекаться. Да, 1 скраб, 6 огурцов. А как нам перевозить? Ага, это уже другое дело. А я давай здесь про ферму построим. Ё-моё, чё мы тупим? Бери металл, бери дерево. Все там есть такое. Мы чё, дураки, что ли, за лишний раз? Давай, камень давай, думаю, лучше. Да возьми камень, да. Не слишком ли большая? Да нет. Или ты в одну линию прям хочешь? Ну прям в одну линию. Блин, я что-то боюсь, я из камня строить, а если нас обворуют ночью? Если нас обворуют, мы останемся без крапа. Ты, господи. Когда нас это останавливало? У меня камень кончился. Привет. Сейчас. А что такое? Пойдем покажу. Ты хороший игрок? Сейчас дам камень тебе. А кого ты на ютубе смотришь? Слышал про ферму барбариков? Слышал про ферму барбариков? Нет, нет. То есть ты не видел видик на 7000 семян, да? Нет. Ты зря жизнь прожил. Мы фермеры, мы дружелюбные. Классно. А ты где живешь? То, что нам огурцы носит, не знаю. Ну, это огурцы носятся. Огурец на минималках. Так, строчка скрапа, практически. Что-то берем под поле. Отмин ТП. Отмин ТП. Ебать, я прилетел. Чувак, стой, сейчас. Простой бил нашего челика. Он сейчас прибежит. Так, смотри, я здесь с работы. Вот, бери скрап и пойдем за мной. Давай, я тебя подсаживаю, запрыгивай. Огурцы, огурцы. Ну, скажешь, что мы наверное, у меня... Оп, я челик нашел. Тут челик спит. Доброва, 1982. Ты сколько скрапов взял? 500. Так долго? Да, они по 10 штук покупаются. Иначе нам сейчас складывать некуда будет. Мне очень интересно, оно стаком переносится или оно... О, оно стаком переносится, Коль. Значит, походу, пофиксили. Так, огурцы приехали. Как там успехи, сколько обменял уже? Давай. О, беги в кибитку, там тебя встретят. Да, в кибитку туда. Фух. 3 штуки? Ты их сразу можешь. Ага. Я думал, ты такой, ну на, поставь хоть какой-то полезный будешь. Вообще да. Надо бинт на крафт компостеров. Воу, как красиво. А чё так всё бы не сделать? Типа не бегаешь, это гениально. Вот ты меня насмешил, я промазал. Пошёл за бурцами. Бедный челик. Мне его жалко. Бегал, порвёл дерево, встретил каких-то чуваков, а они тут бега-ферму построили. Составляет огурцы какие-то покупать. Да, и просто огурчики скинь, да, и просто огурчики скинь. Подойди сюда, тебе покажу кое-что, оценишь.
пацан нас убивает, я лучше Томпсон возьму. Как тебе? Да мы тут немножко поставили, так, типа, попробовать чисто. А мы любим, когда побольше. А, да. Там убегает. Давай, пока, спасибо за помощь. Ау, что? Что это за кишка? Можно посмотреть, как вы там внутри все расставили? Ты кто такой? Я тиммейт вот этого. А, ну заходи, заходи. Я ферму люблю. Экскурсия. Нифига себе. Сколько компостеров. Офигеть. Это сколько вы отсюда удобрений-то выносите вообще? Ну, по 1100 где-то. Офигеть. Огурцы чекай, блядь, сейчас пиздят. Как, зачем? Это... Чтобы быстрее росли урожаи. По кайфу, так сказать. Ну, это нормальный курс. То есть... Так, хотел первую ферму проверить, что там Home 7. Что там вообще происходит? Может, там уже собирать пора? Я не стекал, но прошел где-то часа полтора максимум. Полтора часа. До утра делаться будет. Сейчас, что там по удобрению? Только два удобрения. Я, кажется, понял, надо на весь этот раскладывать. Привет, ты Соленый. Чувак, слышишь? Подскажи, почему я не могу забрать? Я не могу забрать у него свою награду, блядь. У меня, типа, нет иконки получить. Значит, ты уже получал ее. Так, что, ящик ставлю, ящик вертолета? Ну, где пулемет, да, да, да. Посмотри, пожалуйста, у себя в этот вертолет. Ну, у меня есть, да, у меня есть. У меня есть. Ну, вот, значит, ты получил привилегию просто. Поздравляю тебя, ты счастливый обладатель привилегии. А как эту хуйню забрать твоего долбоеба? Чувак, вот эта зубная фея, слышишь? Да. У тебя YouTube канала нет, случайно? Есть. Чувак даже просто охуел. Он не то что охуел, он ебанулся, короче. Да. ТП-кайся, давай собирать. Да, тут уже. Давай собирай. Так, ты... А, понял. Чё? Ты как идёшь? Я по прямой иду. По одной линии или как? Да. Так, давай так верстаку их закинем справа в ящик. Так, давай открывать кейсы. С первого опять пулемет, смотри. Давай. Ну да. Ну почти. Ну почти. Ну да. Ну да. Ну вот последнее тебе говорю, смотри, я сейчас делаю круговорот вокруг себя. Двойной. А делаю взад-вперед, и сейчас будет пулемет, смотри. Ну да. Ну. Ладно. Сейчас с собой я вчера собрал. Там ничего писать не осталось, по идее. Да? Блин, возьми туда мне калаш. Калаш, скилки, патроны, и пойдем поменяем все. Побежал туда ближе. Что-то ноги короткие, подожди. Так. На себе половинку. 3000, это половинка? Да. Но у меня 3700. Так, продаю. Металл брал? Да. Ну, по сути, у меня 4500 скрапа. Так, я продаю. И у меня получилось... 5600. Так, металл скинь. Пойдем. Так, 28 тысяч металла, это получается 1400 скрапа. Того у нас 2,5 строчки металла. Ой, скрапа.
На этом мы и заканчиваем ферму. Мне интересно, кто-нибудь смотрел ее до конца? Интересна ли вам ферма? Я специально ее затянул, чтобы посмотреть удержание. Если вам интересно, напишите об этом в комментариях. Увидимся в следующий вторник.